Что касается новых инициатив, с которыми сегодня выступает Федерация, есть предложение по совершенствованию системы антикризисного управления на предприятиях, а также по выплате зарплаты предприятиями-банкротами. Будем разбираться. Но для начала, председатели горрайсполкому, займитесь этими вопросами, для того, чтобы, пока мы будем формировать какую-то нормотворческую базу, чтобы вы вместе с профсоюзами решили эти людские вопросы и проблемы. Мы проведем совещание, выработаем сбалансированную позицию. Главное, все предложения должны быть реально просчитаны на перспективу, отвечать интересам производства, предприятиям и работникам.